Лучшие селекционеры Северного Кавказа собрались в Прохладницком районе на День поля. Смотрели образцовые посевы кукурузы. Агрофирма «Отбор», на базе которой состоялся семинар, давно уже стала региональным лидером в выращивании царицы полей. Наш специальный корреспондент Сафар Гиреев продолжит. Прекрасная кукуруза. Потенциал генетический. Так, по початку смотреть, где-то больше 100 центнеров гектара сухого зерна она должна дать. Радость директора Прохладницкого хлебоприемного предприятия Владимира Семенова можно понять. Богатый урожай кукурузы может покрыть то, что не добрались колосовых. У других участников семинара интересы иные. Качественные семена – залог хорошего урожая. А здесь их выращивают по самым передовым европейским технологиям. Этна, Алина, Диана – сорт «Ротник» разных селекций. Всего около 130 видов гибридной кукурузы демонстрирует земледельцам сегодня инновационный центр «Отбор». Агропредприятие не варится только в собственном соку. Он активно использует достижения зарубежных и отечественных селекционеров, реанируя высокоурожайные сорта и гибриды в климатических условиях Кабардино-Балкарии. Результаты уже есть, они налицо. Агрофирма давно наладила тесные связи с исследовательскими институтами в России и за рубежом. Научная часть работы – это инновационная селекционная программа, закладка технологических опытов по растениеводству и семеноводству. В этом году участки гибридизации кукурузы занимают треть из 2500 гектаров, арендуемой предприятием пашни. Гости урожай богатырского зерна оценили. Год вообще благоприятный в этом году для кукурузы, а тем более в этой зоне всегда кукуруза, если есть влага достаточно, орошение или дожди, то всегда хорошая кукуруза. Отбор, он уже не первый год делает демонстрационные посевы, и надо сказать, что они это делают очень умело и качественно. Вот сейчас как раз вот объявили, что вот как раз о наших гибридах, вот в начале яруса идут именно наши гибриды. Семена ранних гибридов уже отгружаются в Татарстан, Башкирию, Рязанскую и Тульскую области. Сюда сегодня приехали те люди, которые непосредственно работают на земле. И у них будет возможность выбрать среди 125 гибридов кукурузы и 46 гибридов подсолнечника, 4 сортов сои, те гибриды, которые больше всего им понравятся, которые, по их мнению, дадут наибольший урожай. И сегодня они имеют возможность познакомиться со всеми оригинаторами. В ближайших планах агрофирмы – строительство калибровочного завода. Районированные на территории Кабардино-Балкарии сорта кукурузы и озимых культур при разумном их использовании дают возможность в любой год и при любых погодных условиях получать высокие урожаи качественного зерна. А это как раз то, что необходимо сейчас практически большинству российских регионов. Сафар Гиреев, Анатолий Дерико. Вести, Кабардино-Балкария.